Славянский район – один из тех муниципалитетов, где выстроено четкое взаимодействие между всеми органами власти. Руководство района, городского и сельских поселений, депутатский корпус, представители бизнеса и сами жители работают одной командой для достижения общей цели – повышения уровня жизни и комфорта населения. Благодаря совместным усилиям в муниципалитете решаются многие проблемные вопросы. Сегодня, в непростое время борьбы с коронавирусом, очень важно оказывать помощь и поддержку медикам, находящимся на передовой борьбе с инфекцией. Жители нашего района, предприниматели, депутаты это понимают и продолжают помогать медицинским учреждениям и врачам. В прошлом году, благодаря помощи депутата районного совета Максима Панова, в Славянской центральной районной больнице были отремонтированы помещения лаборатории и травмпункта. В этом году был завершен ремонт еще двух кабинетов. В реанимационном отделении капитально отремонтированы помещения, где будет размещаться медицинский персонал. Максим Евгеньевич, спасибо вам большое еще раз за то, что вы делаете, за то, что вы нас поддерживаете. Надеюсь, наши добрые отношения продолжатся и в будущем. Спасибо. Очень приятно, да. Депутат районного совета Максим Панов пообещал и в дальнейшем оказывать всю необходимую помощь и поддержку. Юрий Александрович, будем постоянно помогать. Я считаю, это наш гражданский долг. В ходе встречи с главным врачом ЦРБ Юрием Просоленко депутат районного совета Максим Панов обсудил дальнейшую помощь больнице. В частности, рассматривался вопрос приобретения необходимого медицинского оборудования для эндоскопического кабинета. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».